Ну что, дорогие друзья, еще раз всем добрый вечер. Это вторая карта между командами Ренессанс и Вертолет версия 2.0. Это наблюдательный пост. Ну и здесь, как мне кажется, вообще в этом bo 3 противостоянии должно быть три карты. Это также как Must Have допы, это также как Must Have uh, всего все bo 3 целиком и полностью. Ну и одна из этих команд выходит в гранд-финал, ну а другая падает в матч за третье место. Ну, посмотрим. Посмотрим, кто все-таки более достоин гранд-финала матч обещает на НП быть также очень интересным напомню что вчера кстати игроки команды Ренессанс по-моему плейнгов э, если мне память не изменяет обыграла своего соперника также на НП поэтому ну конечно трудно делать выводы что именно сейчас Ренессанс обыграют э, команду вертолет только потому что они вчера кого-то там на ней обыграли э, можно максимум сделать такой вывод что это просто карта действительно играбельна для этого коллектива то есть демаджи плейнги там сейчас играют друг с другом и насколько мне известно кстати демаджи Победили уже Вроде как Или же что-то здесь у меня С сеткой не то Но в сетке написано, да, что же уже прошли дальше Ну а мы с вами ждем пока Придет последний игрок команды вертолет Ренессанс начнут в бароне Карту наблюдательный пост э, Неплохо, неплохо Для них это очень важно Начать с сильной половины И очень важно также еще набрать максимальное количество раундов Дорогие друзья, ну а мы в принципе открываем ставки Сереж Гардия сегодня работает в паре со мной для вас Всем еще раз добрый вечер Доброй ночи, доброго дня Здравствуйте, хорошего вам настроения Приятного аппетита, чаепития, кофепития А кто-то что-то и покрепче может там сейчас Сидит, попивает по трансляцию Ну и мы готовы мы готовы начинать. Ну и будет ли это три карты в этом противостоянии или нет, уже узнаем после НП. Если Ренессансы проигрывают наблюдалку, то, соответственно, это 2-0 для вертолета. Они проходят финал команде Damage. Если же команда Ренесанс выигрывает, мы смотрим дальше. Еще, дорогие друзья, не совсем понятно, будет ли у нас стрим еще матч за третье место. Потому что сразу после этого матча э, у нас гранд-финал. Также в Best of 3 противостоянии. То есть там, не знаю, согласятся, не согласятся игроки, там ждать, не ждать этот стрим э, и так далее. Посмотрим, посмотрим, но НП стартовало уже, ну и что же, полетели первые дефолтные прокиды под тест-спаун в исполнении обороны, и вот первый прокид уже от Шугара залетает, а на дробовик, о, в деле от Хентая, также еще кресы, а Диспирейшн а даблкил с Берданочки, ну и Диспирейшн может на третьего уже также идти и рассчитывать, закидывает гранату себе вперед, ну и левый его встречает, это 5-0, увереннейший первый раунд для команды Ренессанс. Начало более чем бодрое, начало более чем бодрое, я думаю сейчас команде вертолет, во-первых, нужно посмотреть, что по гранатам, которые летят в очередной раз под Теровский респаун и да гранат очень много, просто сгоняют, сгоняют вертолетов с этих позиций, ну а дирижера есть первый минус, также нужно еще и на Б винты сейчас нацелятся, где играет товарищ Реполс. Реполс пока что там, кстати, один опорник, но вот Шугар сразу же стягивается под другие винты параллельные. Ну и здесь слышат уже игроков на железе. Железо разбивается, но будет ли это выход под Б или нет, не совсем понятно. Но то, что подруга встретится с Шугаром, это факт. И Шугара уже спалили. Шугар 100 хп против 100 у подруги. Подруга выходит на перестрелку. Очень много хп сняли товарищу Шугару. Ну, Лео разменялся. Лео разменялся. Это 4 в 4. Хентай пока что в О офисах. Сюда приходит Дирижер. Есть минус. Это есть прорыв под аппленд. Но правда под Аплент еще сами не прошли. Игроки команды вертолет. Это будет лишь только сейчас проход. Ну, Дагглс находит на КТ-крыше товарища реполза Это уже 2 в 4. Минус также еще и по Лео. Ну и, соответственно, Шугар 1-4. Знаете ли, очень похоже на быструю ответочку. По-моему, кстати, лаги начали присутствовать какие-то на стриме. Или это только у меня игра подлагивает? Надеюсь, что только у меня. Тату покидает битву у нас. А у нас, кстати, вышел товарищ Даглс, судя по всему. Интернет минус. так, что у нас там по чатику? Так, тут Екатерина Машкова пикапит Олега Лебедева. Скоро будет Рена ему Екатерина Лебедевой, я так понимаю, с такими пикапами. Пикап школа от Екатерины Машковой. Записывайтесь онлайн. Регистрация по СМС. На номер 8-962-347-15-92. А, ну что? Зашел там, не зашел. То есть не, нету какого-то прям очевидного понятия, выкинула игрока у команды вертолет или нет. Потому что по-прежнему в лобби все пятеро. Ну а вертолеты в свое время отметились также раундом. И это 1-1. Ну вот опять же, невнимательность в первом раунде, где на первой гранате сразу же погиб игрок у команды вертолета, она во многом подкосила целиком всю команду. А во втором раунде уже более внимательно к этому отнеслись, поэтому профит есть, сразу же ответный раунд. Ну и в атаке очень важно брать сразу же ответные раунды, то есть хотя бы двоечку-троечку в атаке забрать вертолетом и будет прям очень хорошо на смене сторон. Напомню, тем более, что мы играем по пятибальной системе раундов, как на мировых чемпионатах. Чтобы командам, которая вдруг выйдет на мировой чемпионат, было легче сразу же подстраиваться под мировые правила. Так, ну только сейчас игрок покидает лобби. Это у нас дирижер. Ну и надеемся, что... Денис Бутырский довольно скоро к нам присоединится обратно. Так, а что это у нас тут? Походу 5 в 4, и в большинстве будут играть. Э -э, пока что не безойдет пятый игрок команды Вертолет, версия 2.0. Ого, а это неприятно. А это действительно может оставить свой след на -э, статистике этого матча. Но здесь, наверное, все-таки Вертолетам придется играть очень медленно. А в это время уже аркады есть у нас и под э -э -э, двоечку от Desperation. А от подруги с первый минус, кстати, неплохой размен. Сюда же закидываются гранаты еще по двойку. Но по диспирейшн информации ровно никакой нету. По-прежнему сберданка сидит у... на респе у своих соперников. Ну и здесь его начинает уже закидывать гранатами. Подруга зонит. И подруга просто префарем. Сюда выходит. Есть минус. Это 4 в 3, 4 в 2. Подруга минус 3. В первом же раунде в меньшинстве. А вот это действительно неприятности. А вот это действительно попали. Команд Ренессанс на ситуацию в раунде. Ну и вот 5 в 4 были изначально, 4 в 2, там уже подруга, ой, какую же классную позицию подруга занимает сейчас, он просто не даст пройти сюда реползу, так или иначе, даже если и будет проход от реполза, то он пройдет с минимальным количеством хелсбара, если вообще, конечно, пройдет. Ну что же, от репоуза есть первый минус. Но правда репоз теперь и один в итоге остается. Там подруга его поджидает, сняла ему немного процентов на хелсбаре. Тату, тату. Есть минус по репоузу. И это 2-1. За команду вертолет. И этот раунд они играли изначально в меньшинстве. А воу-воу-воу. -а 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 -а. Воу-воу-воу. Во -во -во. Надо что-то придумать в команде Ренессанс. Нельзя. Нельзя так отдавать большинство. Так, аркада на мидл. Пошла. Шугар получает очень много урона с гранаты. 45% у него остается. Диспирейшн пойдет прожимать железо. Еще одна хаешка. Минус. Шугар. Это уже 4 в 4. Будет попытка выхода на Б-винты. Подруга здесь погибает. Неплохой размен от три полза. Правда, сам остался с 45 хп. Ну и здесь попытка отстрелить диспирейшн не совсем удачно. отдагался Дагглса хаешка хорошая. Но все-таки эту гранату игроки атаки оставили за текстурой. Никто не подорвался, никто хп не теряет. А вот по леву уже имеется работа. Хентай с репоузом закрывают именно заход в Аплен через А-офисы. Ну и Хентай там, конечно же, постарается что-то придумать. А вот испирешн, хороший хедшот по тату. Ну, 2 в 4. Такую ситуацию точно не имеет права отдавать. Хотя сисам находится воды минус по леву на Бэпленту. А вот еще и минус по Диспирейшн от Даглса, А вот этого вообще не надо было делать. Вообще не надо было жать. Ну куда? Ну зачем? Ну почему? Ну вы ждите, пока просто к вам на плен придут типы. Ну встаньте вы на ключевых позициях. И просто либо заранее дать информацию без этой стрельбы. Хорошо, если бы, конечно, нашли эти минуса команды Renaissance. Но они же не нашли. Они же теперь отдали 4 в 2 на 2 в 2. И репольс погибает. И в итоге это Хентай 1 в 2. Пусть он, конечно же, и сотый. И, конечно же, 38 патронов в парных ОА-93. Но два соперника. Это, ну, серьезно, это, ну, тяжело. Тяжело, тем более, когда ты идешь выбивать именно б плент на карте НП. И хентай, ну я думаю, прямо вот в душе там молится, достал икону, надеется, что это все-таки выход 2, плент будет, ему здесь достанется халяву. но халява не будет, это б плент в исполнении Даглса. И систем будет на кавере. Ну, в первую очередь, наверное, систем где-то как-то должен будет стараться найти информацию. Ну, как я понимаю, просто играют на размен. Ну и такое решение в этом раунде имеет место быть от команды вертолет версия 2.0. Хентай, давайте за ним посмотрим. Угадает ли примерное местоположение своих соперников или нет? Ой-ой-ой, ну вот это ты вышел, конечно, друг на гранату, которую сам себе под ноги дал. Ну и для Даглса здесь было дело чести. Просто поставить жирную, 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 тучную точку в этом раунде. И это 3-1 в атаке. А вот это прям вот уже вообще на самом деле не культурщина. XXX 18+, потому что три раунда в атаке э, при наличии четверых всего лишь игроков у этой же самой атаки. Это грязь. Это действительно грязь. Минус от Шугара. Минус по систему должен быть. Но систем стату находит по фрагу. Это 2 в 3. Стату остается еще плюс-минус боеспособным. Но вот у системы 5% на Хелсбаре всего лишь. Но систем с таким Хелсбаром, в принципе, может еще и плюх повесить. А то и 2. А то и 3. Ну, посмотрим. Тяжеловато, опять же, все это дается. Пока что команде вертолет в этом раунде. Но три раунда они забрали в атаке. Давай выйдем. Что происходит, не знаю. Но здесь, да, тактикал пауза будет в исполнении команды Ренессанс. Ну и здесь Хинтай прекрасно понимает, куда направляется его соперник. Буквально минута остается до завершения раунда. И по Хентаю имеется информация. Он ну, там Дисперейшн уже идет с Берданкой. Есть первый минус. Ну и система здесь также, скорее всего, заберет. Да. Это 3-2, дорогие друзья. 3-2, 5 раундов уже позади. 4 максимум нас ждет еще на промежутке первой половины. Ну и давайте посмотрим, чем эти раунды нам запомнятся. И команда вертолет в каком ключе будут сейчас отыгрывать. Под подругу уже летят зонящие хаешки. Ну и, возможно, кстати, с воды подруги было бы неплохо отыграть. Потому что воду в последнее время вообще вертолеты не задействуют. А это одна из ключевых позиций. Подруга нам это явно показывал. А Шугар уже прожал. Есть информация у команды вертолетов, что их прожали с меда. То есть, в теории, надо попытаться как-то выйти на воду, что-то придумать. А вот это вот уже... Трикс must have в исполнении подруги. Хорошая позиция была. Зонящая граната еще одна от Шугара. Ну и здесь... Ой, хороший хаешка от подруги, от самого залетает. Эта хаешка никого не задевает. А вот теперь под Шугара можно выходить, но не поверил своему счастью. От репозиции Шугара по фрагу. Дагглс, Дагглса идут щемить. Диспирейшн минус и минус по ассистому от Хентая. Это 3-3. Но все-таки отыгрались немножко команды Ренессанс. Как-то вот, наверное, их все-таки повергло в шок. Вот эти два прошедших раунда со стороны команды Вертолет решили сыграть в несколько <класс> ином ключе. Ну что ж, выход на мидл от Дагглса Посмотрим, чем он запомнится нам. Ну и здесь уже полетели префайеры, но не туда. Но Дагглс находит первый минус репост на размене. Пойдут, наверное, закрывать репост. Но здесь гранаты просто летят шквалом. Лево закрывает тату. Это 2 в 4. Ну и здесь диспирейшн снова идет Аркадий железо. У репоза. Может получиться закрыть система. Но подруга находит на железе диспирейшн. Это 2 в 3. На Бэпленту еще есть лево. Лево выходит, закрывает подругу. Подруга его перестреливает. Это 2 в 2. Подруга систем против репоза и хентая. Хентай имеет информацию по аквариуму. Рипол закрывает игрока на б но подруга слишком открыто шел закрывать склад. Это действительно была ошибка непозволительная. Ну и здесь непозволительной роскошью также будет команде Ренессанс отдавать этот раунд. Ну что, подставится ли кто-то под систему или нет? Систем, кстати, здесь может еще и в спину получать. Видит реполза, но здесь ждет уже звездный час Хинтай. Так, ну все, хентай здесь также спалился, полетела граната сюда. Ой-ой-ой-ой, шикарно, хаешка. Если бы не вот эта вот текстурка, вероятно, всего Никита Троицкий уже бы в следующем раунде пытался что-то сделать. Ну, пожалуй, есть положительный момент отрицательный. Положительный заключается в том, что систем знает, где находятся два соперника. Отрицательный в том, что их два. И как их убить, тоже пока что довольно Интересный вопрос. Ой-ой-ой, да ладно, репоуз. Репо... А, ну репоуз в закрытую вроде более-менее, да, ушел. Я думал, он здесь сидит. И Систем готов ставить бомбу. И репоуз его слышит. Репоуз, да, шрифт услышал. Есть минус, один в один, Систем против Хентая. Но у Система 30 хп. А у Хентая, напомню, парные кресы. О, Ашки, прошу прощения. Так, Систем. Но получал уже 7 хп остается. Ну и как теперь систему-то играть? Играть на голову как-то. Но Хентай здесь должен явно превосходить своего соперника. Но Систем может на слух разве что здесь сыграть. ой ой, -ой. Ну хорошо. Хорошо Систем играл. Все-таки снял 62 хп Хентаю. Но это раунд номер 4 для команды Ренессанс. Ну что же. 5-3. Или же все-таки вертолет еще поборется за один раунд. Ну и поехали. Поехали, дорогие друзья. Появилась, кстати, информация, что следом мы стримим, конечно же, гранд-финал. Матча за третье стрим не будет, потому что командам тоже ждать полтора лишних часа, то, может, и больше нет никакого смысла. Ну что же, по Диспирейшену есть выход от Тату. Есть минуса Дагглса, а и гранаты неприятные. Под Александра Петрова 4 в 4. Но вот с чистого листа все начинается сейчас для атаки. Но с небольшим изменением по хелсбару Александра Петрова. Куда идти, не совсем понятно. Здесь Шугар играет очень агрессивно в районе а, рекламы. И пробегающих игроков через мид он явно будет казнить. И ни в коем случае не помиловать. Также и железо на себя берет этот парень. Ну и посмотрим, подруга здесь вроде как хочет выйти. И подруга будет выходить. И я оставил себе маленький зазор Шугар, чтобы у него был угол обзора лучше при стрельбе. А Тату минус два! О боже! Хентай находит размен, а здесь под Шугар есть выход! Есть минус по Шугару! Ярослав Краевский погибает, ну и Хентай один в три, ой 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 ну Тату здесь, конечно, дал жару, будучи битым изначально с 20 с лишним с Хелсбаром по, по итогам этого начала раунда. И все-таки это 4-4, дорогие друзья, вертолеты в четвером просто-напросто дерутся сейчас на равных с командой Ренессанс. Ну с Ренессансами сегодня явно что-то не то, явно что-то не то. Либо же настолько хорошо подошли к этой встрече сами, вертолет одно из двух, выбирайте кому какой более приемлемый вариант, дорогие друзья. Аркада присутствует или нет? От Хентая нет, все-таки играет на офисах. Видит даглс сразу же под этими офисами из двойки как раз-таки даглс делает снова минус. Ну что, проход под аплент? Попытка прохода под Апплент. Уже двойку занимает, точнее, а офиса Дагглс. А, здесь под плентом находится Шугар. Ой, а Шугар есть минус хороший. Диспирайшн даблкил. Ну и Дагглс отсюда никуда не уйдет. 5-4. Первая половина в пользу команды Ренессанс, Но эти 5-4 в обороне против четверых игроков атаки. Это, конечно, 5-4, наверное, даже уже в пользу вертолетов. То есть, по моральному такому смыслу. Ну и пятый игрок заходит у вертолетов. Теперь все в равных условиях будет. Ну что, как по традиции, командам Good Luck Have Fun. И сейчас мы, в принципе, можем узнать либо уже гранд-финалиста второго. Первый это Damage. Вторые будут либо Ренессансы, либо вертолеты. Вторые, конечно же, к этому знаменательному событию ближе. На целую карту, ну и на целый раунд еще в запасе. А Тату есть первый минус. Неплохо закрывает мидл. А Тату уже минус два. Ничего не могут пока что сделать, кроме Лео. Игроки команды Ренессанс есть один размен. Также под Система здесь пошел Реполз воевать. Но Реполз живет. Репол живет, но надолго ли? 62 хп от системы. По леву тоже имеется информация. Ну и работают в целом по периметру пока. Там дирижер с воды приходит. И дирижер уже здесь шансов вообще никаких не оставляет команде Ренессанс в первом же раунде. И это 6-4. Так, подождите. Ренессанс проиграли. Да. Миссия. Все правильно, значит 4-5. Так, так, 4-5 и сюда 1-0. Выходим мы в лобби. Лагает ПБ, пишет. Но это действительно неприятный момент. Ну что, дорогие друзья, со счета 6-4 продолжаем смотреть этот увлекательный матч в борьбе за попытку. А опять, кстати, не видно его. Он бегает человечек такой на воде без никнейма. Это как раз-таки дирижер. Ну что же, кто же выйдет вторым в гранд-финал? Давайте смотреть. Пока что преимущественно все хорошо у команды Вертолет версия 2-0. Не очень хорошо у команды Ренессанс. Но попытка занять мидл от Репоза и Хентая пока что не совсем не совсем она внятная, но от Шугара есть хороший минус по а, офисам. И Дагглс уже своей команде не помощник. Систем занимает КТ крышу. И, кстати, по Шугару у него вроде как была информация. Дирижер находит первый размен. Дирижер минус 2, но его опять же не видно на карте. Репост разменялся также. Это 3 в 3. 3 в 3. Попытка поставить Аплентер. Хентай все-таки пробегает в район офисов. Но там уже два игрока на КТ крыше. И подруга. Подруга. О, -о, О, вот это вот это нормально зашел, парень. Вот это хорошо. Но здесь пошли размены. Есть дроп на плент, и репоуз пойдет, его сейчас обезвреживает. Нет, не пойдет, потому что подруга его закрывает. Это еще один раунд для команды вертолет. Итого на табло счет становится 7-4 уху ху 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 вертолет поход действительно поймали свою игру, поймали быка за рога, и теперь довольно проблематично будет этого пассажира с быка стеснить команде Ренессанс. Но попытка не пытка, как говорится, за спрос денег не берут. Ну и посмотрим, выход на мидл будет от реполза. Попытка найти антрифраг, но правда увенчалась она для Шугара не очень хорошо. Минус от подруги, первый минус подруга разменивается, э, точнее диспрессион э, разменивается на подругу. Ну и выход на мидл будет или нет, там тату вроде как ответственный за эту позицию, но тату погибает. Это коридор зеленый. Цвета для команды Ренессанс через мидл. Но будет ли этот проход или нет, не совсем понятно. Там лево страдает от Даглса. В принципе, тот же э -э, ПХП очень знатно просел 29. Ну и Дагглс надо жить. Ну а игроки через мидл почему не напрягают? Есть же информация, что очень битый Дагглс был, но все-таки лево с ним справляется. И есть информация по систему. Но Систему эту информацию превращает во фраг для себя. Ну и один в 3 для система. Или подождите. Да, один в три. Дирижера не видно. А, нет, все-таки два в три. Вот дирижер, вот он. Вот он. Вот он, мальчик. Без никнейма. Бомба. Ну что же, систем. На шахматы дальше через склад. Ну и здесь Хентай его уже готов в упоре встречать. И два дула здесь прям таки сразу. Ну вот не лететь раньше времени. Не лететь. А вот это хороший минус был. Ну и дирижер в итоге один остается. У меня даже не переключается игра сейчас. На кого-либо из игроков. Ну вот он, дирижер, выходит, выходит без оружия, говорит, пацаны, я вас руками застрелю сейчас. Тра-та-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та. -та 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 -та. Ну есть минус от дирижера раз, но ну, и все-таки хентай разменивается два. Ну наконец-таки у Ренессансов получилось забрать раунд, это 7-5. Ну и борьба по-прежнему продолжается. Игра по-прежнему продолжается. Попытка отстрелить в очередной раз мидл от атаки. А здесь, кстати, на железо уже прожал товарищ подруга. Если его не заметить, то он сюда может хаешечку такую знатную-то накинуть. И подруга слышит как раз Хинтай Опа, граната полетела. И граната наносит очень много урона. И хентай вынужден идти дальше стреляться. У него 43 хп, у него хороший минус, а три также фраг. Ну и теперь проблемы в обороне. Нужно кому-то удерживать Бэплен. Сейчас Систем туда прибегает. Ну а Даглс хороший минус. Попытка еще закрыть игрока на двойке. Пока не совсем удачно. Игрок уходит за текстуру. Ну а вот Лео это было действительно опрометчиво. Ну так выходить с гранаты в такой позиции, в такой открытой дистанции. Ну нельзя, непозволительная роскошь. Хентай с реползом вдвоем. Хинтай с репоузом вдвоем. А, подождите, стоп, я что-то напортачил. Вертолеты выиграли же, да. Да-да-да, прошу прощения, я все, я теперь увидел, вертолеты проиграли первую половину. 5-4, значит, счет у нас сейчас 6-6. Ну что же, систем. Закрывает хентай при установке Б-плента. Реполз. Очень мало хп остается. У реполза, но здесь гранаты прилетают. Это шикарно. И это раунд номер 7. Теперь для команды вертолет, как раз таки. ух 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 Ну что? Ренессансы. Ренессансы, ренессансы. Два раунда отставания. Один. В кавычках. Почему, господи, почему я обчитался? Да, 6-7. 6-7, все правильно. Прошу извинения, дорогие друзья. Ну и что же, гранаты по Терри Спаун в очередной раз имеются. Кстати, там на воде еще товарищ дирижер имеется. Но ну, это выход под подругу. Возможно, сейчас будет, а подруга здесь уже готов ждать. Ну и подруга понимает, что, в принципе, если он погибает, то это потеря, в принципе, для команды. И это открытый б плен будет. Поэтому нужно уйти в более закрытую позицию. А вот Дагглс подставляется под Хентая. И Диспирейшена. И Диспирейшн может попробовать пройти мидл, но здесь подруга. Ну, по нему, конечно же, нет информации у атаки. Так, а дирижера есть минус. А дирижера даблкил, неплохо. Дирижер под тест план все-таки просочился. Ну и третий, может, минус найдет. Да, дела, конечно, у команды Ренессанс в этом раунде вообще никудышным образом идут. Ну и хентай, какие твои дальнейшие действия? Подруга здесь уже вместе. А дирижер вообще когда-то убежал? Дирижер, он уже нужен он, он на беду. Уже быстро ушел с воды, уже все смотрит, все нормально. Ну и хентай. Понимаешь, что времени очень-очень очень мало остается. Надо как-то идти стараться выбивать что-то, хотя бы придумать. Но времени нету. Времени нету. Ну и все-таки Дирижер находит третий минус для себя в этой ситуации. Это 4-1 на второй половине. И, дорогие друзья. Это матчпоинты. Это матчпоинты для команды Вертолет. Их очень много. Счет 8-6. Ну и что же, первый минус от Лео имеется. Неплохое начало для атаки. Ну давайте смотреть. Это Тату хороший размен. Там же и Шугар еще. Очень много гранат залетает во офисы. Ну и Диспирейшн принимает решение пройти через мидл. Ну и моментально его карает. Тату от Система. Еще один фраг. Эта ситуация очень неприятная. Ой-ой-ой. Это 4 в 1 для команды Ренессанс. Точнее для команды Вертолет. И кажется мне, дорогие друзья, это конечная станция для парней из Ренессанс. И Систем выходит ставить точку или же нет? Нет, не поставил точку, зато еще здесь есть товарищ дирижер, и это все-таки победа. ГГВП, команда вертолет побеждает в этой встрече со счетом 9-6, тем самым оформляем... Ой, а теперь видео заливаем. Ого.